Готовим булочки с орехами. Берем теплое молоко, добавляем сахар, дрожжи. Ждем 15 минут. Дальше кладем одно яйцо, соль. Кладем сахар, сливочное масло растопленное. В самом конце кладем муку и замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой, держим в тепле 1 час. Тесто поднялось. Тонко его раскатываем. Смазываем сливочным маслом. Посыпаем сахаром, орехами. У меня грецкие орехи, миндаль и кешью. Собираем тесто с двух сторон, нарезаем полоски, закручиваем, выкладываем на противень, смазываем яичным желтком и выпекаем 25-30 минут. Булочки готовы. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.